Мы покажем то, чему готовились на протяжении практически месяца представители самой прекрасной половины нашего Министерства внутренних дел. Это женщины, представители всех подразделений, практически всех подразделений Министерства внутренних дел. Кто изъявил желание поучаствовать, кто никогда не занимался спортивными танцами, изъявил желание поучаствовать в флешмобе, посвященному здоровому образу жизни. Одно из направлений, которое Министерство внутренних дел позиционирует и будет развивать. Мы хотели показать, что наша организация, собственно, за здоровый образ жизни, мы поддерживаем это движение и хотим сказать, что 40 минут, как вы говорите, да, на солнце, это совершенно не страшно, интересно и полезно для здоровья. Я решила поддержать нашу организацию в этом мероприятии и хочу сказать, что мне очень-очень понравилось. Первый раз занималась зумбой. И настрой очень положительный, прямо как возросла в своих глазах. Майор милиции, танцующий зумба, я думаю, что это неплохо, это даже очень интересно. Поэтому я думаю, что у нас многие майоры и подполковники даже зумба танцуют. Это хорошо. Это буря эмоций, это такой всплеск, это такая абсолютно, вот лично для меня это выброс каких-то таких эмоций, и очень здорово, это отличная проработка всех групп мышц, это кардиотренировка, как я сказала, это дыхательная система, сердечная мышца прорабатывается, то есть это, ну, классно, это здорово, и это огромный позитив. Совместили несколько направлений программы Zumba Fitness. Это был Strongbow Zumba, это был Zumba Toning, это был классический класс Zumba Fitness.